Соревнования по стритболу – это уникальный и самый первый в истории уличного баскетбола турнир, который дает шанс любому желающему сразиться за право стать лучшим в мире. Данный вид баскетбола зародился в Америке еще в 50-е годы и с недавнего времени стал очень популярен во многих странах. Главные особенности игры – поединок один на один, без тренера, без жестких правил, только спортивная атмосфера. В 2014 году финальный мировой турнир состоится в Азии и пройдет в Тайване, на закрытом острове Самосана. Особенность Red Bull King of the Rock заключается в том, что это такой чемпионат, такого масштаба происходит в Беларуси впервые. То есть у нас до этого ничего подобного не происходило. Были соревнования 3 на 3 по стритболу вообще, в принципе, но такого масштаба победитель уезжает на мировой финал у нас впервые происходит. Соревнование по стритболу состояло из нескольких этапов. Предшествовало мероприятию регистрация собравшихся на площадке игроков. Брифинг судей с участниками, а также тренировки самих стритболистов прошли перед началом состязаний. Яркая игра, сопровождающаяся громкими криками болельщиков, проходила по установленным международным правилам стритбола. Главные вопросы во время соревнований разрешали судья турнира. Мы на самом деле по всей Беларуси выявляем 32 самых сильных боулеров, стритболистов. Ну и, соответственно, проводим финал в Мирском замке. И выявим одного самого-самого, который поедет представлять нашу страну. Отборочные туры состязания проходили в трех регионах – в Минске, Витебске и Бресте. Только один победитель от Беларуси будет выбран на национальном финале, который пройдет 19 июля в уникальном историческом месте Беларуси на баскетбольной площадке Мирского замка. Финалист из Беларуси будет сражаться за первое место на мировой арене против победителей из 26 стран. Я подавал заявку сначала на Минск, у меня друзья участвовали в минском этапе. Вот не удалось, к сожалению, пройти, получили травму, и я решил, хоть кто-то из нашей команды должен пройти в этом году на финал в мир, чтобы поехать, поболеть. Также очень много знакомых будет там, поэтому поучаствовать, поболеть. Раньше занимался баскетболом и сейчас занимаюсь. Интересно попробовать свои силы, посмотреть, кто сильнее, кто лучше, кто хуже. В интернете увидел, написал заявку, написал все свои достижения за молодость, ну и попал сюда. Погрузиться в захватывающую игру, ощутить дух борьбы за титул национального чемпиона Республики Беларусь 12 июля смог каждый желающий. Особую атмосферу создавали специально приглашенные диджеи. На поединках можно было наблюдать красивую динамичную игру, проходящую по всем американским традициям. Лучшие из лучших встретились в этот день для борьбы за титул победителя Беларуси.